некоторые выражаются по поводу депрессии там осенней, да, по поводу тренировок. Ищите места хорошие для тренировок. Всегда можно найти даже в пасмурную погоду очень красивые места. Посмотрите, по какой дороге я совершаю пробежку свою. Но это же просто красота, просто ковер. Ковер. Да, такое будет недолго, потом я найду другое место, имеется в виду, если захочу. Хотя я на стадионе всегда нахожу начарование свое. Вот. Просто, понимаете, все зависит от того, насколько вы сами себе представляете, какова генерация вашей мысли на ту тему, как вам интересно и хорошо тренироваться. Вот. Только от этого все зависит. Создавайте впечатление, чтобы не природа вам его создавала, а вы сами себе. И все будет получаться. Ну, а для того, чтобы научиться делать быстрее и легче, сначала подбирайте места. И будет красиво.